З приходом тепла славутичани все частіше користуються дорогами на Якір та селище Микшунівка. Проте дорогами їх назвати важко. Після зими дорожне покриття майже повністю зруйнувалося, і наразі по цих маршрутах яма на ямі. Ми поцікавилися в начальника комунального підприємства дорожньо-експлуатаційного управління, чи плануються ремонти доріг по цих напрямках. На сьогоднішній день в Фейсбуке задают массу вопросов о том, кому принадлежит дорога, которая идет на Микшуновку. Вот. Некоторые небайдужие активисты и патриоты нашего Славутича вот, задают такой вопрос, почему мы будем ремонтировать Микшуновку, если это чужая область. Область это чужая, земля это чужая, но объект, а именно дорога, принадлежит нам. Это было принято решение нашим Мирской Радою в 2015 году. Вот, эту дорогу приняли на баланс КПУ ЖКХ. Мы на сегодняшний день не являемся балансодержателем данной дороги, да и дорог в Славутище, а занимаемся только обслуживанием. По нашим планам, мы в прошлом, во-первых, году ремонтировали Микшуновку. Дорога там, нельзя сказать, что она некачественная, она просто никакая. В некоторых местах асфальт положен просто на землю. Никакой щебневой подсыпочки там нету. Вот. И она сама сложна в обслуживании, сама по себе. В этом году мы планируем также ее ремонтировать. Когда? Вопрос. Сейчас мы хотим все-таки закончить ремонт в городе, объездной дороги, внутриквартальных проездов. И только после этого мы хотим выйти за город. В прошлом году мы одну сторону до якоря отремонтировали. Ямочный ремонт провели, а в этом году мы закроем левую сторону. То есть до конюшни – это наш кусочек работы, который мы будем работать. Я думаю, недельки через две мы за это возьмемся. За эти две недели мы должны будем подтянуть в городе работы и выйдем туда. Вот. Мы понимаем прекрасно о том, что начинается тепло, будут люди ездить на пляж, загорать, купаться, поэтому мы тоже этим займемся. Но ближайшие две недельки мы не сможем туда зайти, врать не буду, придумать тоже. Вот, поэтому немножечко подождать, и я думаю, что мы все это буквально там день-два на одну дорогу мы это будем закрывать. То есть очень быстро. Асфальт мы сейчас покупаем, меньше мы работаем пока рециклером на такие большие объекты. То есть удобнее работать все-таки с асфальтом, который мы покупаем. Это то, что касается этих дорог. Что касается перекрестка, за который нас мучают здесь все время на выезде. Этот перекресток запланирован на капитальный ремонт и проведен уже тендер, и там есть победитель. Правда, это немножко затягивается, но приступать нам к ремонту там, а потом придут туда, сломают то, что мы будем делать, и будут по новой это делать, ну, смысла никакого нет. Это не экономика, это будет глупость. Поэтому мы не будем там заниматься. Может быть, мы немножечко подсыпем, пока они там соберутся, придут, но асфальт мы там ложить точно не будем. Вот. А дороги, касается Микшуновки и до якоря, ну, до поворота, там тоже, который до якоря дорога, она разбита совсем-совсем, там тоже проведен тендер, и тоже есть победители, которые будут этим заниматься. А до конюшни мы это сделаем, я думаю, до конца месяца мы это все исправим. До слова, комунальне підприємство ДЕО, попри нарікання славутичан, постійно працює. Їх силами занижено переходи по центральній вулиці. Прочищені лівневки, латаються дороги. Крім того, їх колектив щоденно звітується на своїй сторінці у Фейсбук, за що диванні скептики прозвали КПДО піарщиками. Та в начальника дорожньо-експлуатаційного управління на цей рахунок своя думка. Ми є в щоденному режимі на Фейсбуці нашого підприємства, також виставляємо отчети і щоденної нашої роботи. Многі доброжелатели нас называют там пиарщиками, еще чем-то. Это не пиар, это для них пиар. А для нас это ежедневная работа, ежедневный отчет. Мы должны показывать, я считаю, ежедневно. И славутичане должны знать, чем живет и чем занимается предприятие. Поэтому нравится это, не нравится, мы показывать свою работу будем. И будем работать качественно. Крім того, Сергій Леонідович зізнається, що вони працюють в складних умовах. Техніка застаріла, її постійно доводиться ремонтувати за власний рахунок, що економічно невигідно. Тож непогано було б її оновити. Наразі це питання відкрите. Та все ж їх колектив старається і прагне бути краще. Зокрема, нещодавно вони оголосили конкурс
де звернулися до славутичан з проханням запропонувати свої варіанти логотипу для їх КП. Але й тут мешканці міста знайшли місце для іронії. Славутичани в основному відкликнулись з великою іронією. Многі відкликнулися з іздевательствами. Нам більше робити нічого, тільки цим займатися. А ми вважаємо, що ми повинні і розвиватися. И я считаю, мы должны работать хорошо, и мы должны быть патриотами и ДЭУ, и Славутича на сегодняшний день. Для нас это важно, и как бы там кому-то не хотелось, все равно мы своего добьемся. Вот. У нас сейчас логотип выбран уже? Да, да, да. Нам помог немножко архитектор с этим вопросом. То есть мы как бы да, определились, вот теперь ищем, кто нам сделает это красиво, и будем наносить на нашу технику. Там, где мы хотим, флаг сделаем обязательно предприятие. То есть мы будем развиваться, я уверен. Роботою дорожників в нашому місті, можливо, і не всі задоволені. Та все ж слід віддати належне. Вони щодня працюють з урахуванням всіх труднощів, які дісталися в спадок від КП ОЖКХ. І роблять свою роботу якісно настільки, наскільки це можливо з урахуванням вище згаданих проблем. Тож чому б не подякувати їм за це?